Так, вот, ребята, наконец-то наступила у нас уже полноценная весна. И я открыл свой гараж, чтобы подготовить к сезону свой квадроцикл. Пойдем посмотрим, что там у нас есть. Вот он такой у меня аппаратик. Так, сейчас будем мы заниматься. Так, что будем заниматься? Короче, зарядил аккумулятор. Вот аккумулятор. Снимал я его на зиму. Сейчас подзарядил. Поставим аккумулятор сюда. Вот это такая самодельная сделана у меня емкость для аккумулятора. Заводская сломалась. Там такая была слабенькая. Так, ставим аккумулятор. Потом что я делаю ему? Что? Ага, надо заменить. Вот замочек зажигания, вот такой вот приобрел на Алиэкспрессе, ключик с замочком. Вот это уже я покупаю, наверное, третий или четвертый. Ну, хватает на сезон, а потом выкидываешь, они ломаются. Ну, недорогие, в принципе. Так, надо что еще? Надо заменить вот такие вот топливные шланги. У меня уже это они... Ну, стали такие твердые. Вот, но это старый, я потом куплю новый шлангик, заменю шланги топливные, заменим масло. Вот такое вот масло я заливаю в этот мотор. А это у нас смазка для цепи, очень хорошая, кстати, хватает надолго. Так что сейчас заменим масло, поставим аккумулятор и будем пробовать заводить. Так, что тут у нас еще? Короче, колесо у меня полупустое. Спустило одно, остальные нормальные. Короче, последний раз я на нем поезжал где-то в конце сентября. Зиму он у меня стоял. Вот, зиму у меня стоял. Сейчас уже пора готовить к сезону. Надо мне еще приобрести новый шлем, а то шлем у меня уже все. Поцарапался, износился, стекло мутное, все грязное. Короче, его выкидываем, покупаем новый шлем. Так, это тут все мы сейчас почистим от пыли. Короче, все, приступаем. Что мы? Замена масла. Сейчас старое сливаю. Вот там под низом сейчас полезем. Там под низом имеется болтик. Откручиваешь и сливаешь. Вот, ставим аккумулятор и будем пробовать. А, еще надо слить бензин с этого, с бака, потому что там у меня осталось, наверное, где-то пол-литра. И он, скорее всего, вытекся, потому что пробка у меня в баке сломана. Вот, видите, вот она сломана и пропускает. Вот, скорее всего, бензин вытекся и не заведусь. Поэтому надо слить с бака, с карбюратора. И потом будем пробовать заводить. Ну что, приступаем. Ну что, приступаем к сливу масла. Так, это я приподнял его на домкрат. Вот, чтобы сливать масло, надо желательно приподнять. Вот так вот, домкрат такой у меня. Приподнял я его. Так, сюда будем сливать. Берем ключик. Ключик. Неудобно, ребята, с телефона записывать и делать. Надо... камеру, надо срочно камеру. Так, вот это получается ключ на 17. Сейчас мы будем пробовать сливать. Вот там вот у нас находится, видно, не видно, не знаю. Вот он болт для слива масла, вот он под низом. Сейчас его буду пробовать открутить. И сразу же пошло. Опа, так. Сразу же пробуем сливать. Так. Вот здесь неудобно, очень неудобно снимать и это на телефон. И что-то работать. Так. Так. Надеюсь, попал. Сейчас пойдет.
Так. Осталось ли тут. Опа. Все. Пошло сливаться масло. Сейчас ждем. Пускай сливается. Вот. Извиняюсь, ребята, неудобно снимать. Руки трясутся. Одной рукой телефон, второй рукой снимаю. Так, второй рукой работаю. Так, вот она пошла сливаться, масло у нас. Замена маслечка. Что-то маловато. Это странно, что она так быстро вылилась. Должно быть больше. Ладно, короче, пока сливается, ждем. Будем заниматься что-нибудь другой работой. Пускай сливается потихоньку. Снимаю. Так, сейчас будем менять замок. Вот этот легко меняется. Клемма соединил. Отсюда вот вытянул. Так, вот. Показываю сейчас. Вытягиваю отсюда. Так. Теперь поставим. Сюда. Потом это все поровняем. О! Подходит все классно. Заштолкивается. Вот так. И все. Так. А там будем подсоединять клемму. Там не видно, конечно, она будет. Но сейчас подсоединю. И можно пробовать джикать. Надо залить бензина. И масло. Еще пока не залил. Так. Так, соединять. Там просто не подлезть невозможно. Там неудобно, рама мешает. А провода короткие. Так. Сейчас осталось чуток. Заштолка. Ой, не попал. Так. Так, сейчас оденем. Неудобно, рука не залазит. О, все. Так, все, там заштолкнул. Все, замочек поставил. Аккумулятор пока не подсоединил, поэтому не видно. Зажигание работает, не работает. Штолкать хорошо, надеюсь, что будет работать. Все, пока. Так, ну что, все дела вроде сделал. Поставил, заменил масло, как мы там меняли, заменил. Бензин слил с карбюратора, залил там где-то пол литра. Так, зажигание, смотрите, работает, лампочка зеленая горит, нейтралка. Так, тут и что. Все, будем пробовать. Это глушак у меня, это заводилка. Здесь у нас самодельная кнопочка сигнала, аккумулятор. Так, о. Работает. Все. Будем пробовать заводить. Так. Сейчас, секунду. Не хочет что-то. Аккумулятор. Аккумулятор не тянет, ребята. Все, вдох. Аккумулятор вдох. Все, не надо, маловато. Итак, такие дела, ребята. Короче, аккумулятор зарядил слабо, не завелся. Пришлось заводить толкача. Толкача завел. Завелся с полоборота. Работает нормально, он, ребята. Наблюдают. Ехать не могу снимать, потому что одной рукой неудобно. Короче, все работает. Заводится с полоборота. Только аккумулятор осталось подзарядить или заменить. Не знаю. Давай, попробуй снимай меня.